Мать Мария, урожденная Елизавета Пеленко, родилась в Риге, но в трехлетнем возрасте родителям привезли ее на Анапскую землю. Наша землячка хорошо известна во всем мире, но вот анапский период ее жизни, к сожалению, неизвестен широкому кругу. Экспозиция, открывшаяся в Анапском археологическом музее, показывает именно этот отрезок жизненного пути монахини. Тут и стихи, написанные в нашем городе, и ее личные вещи. Обидно, когда мы читаем сайты заграничные, смотрим, в общем, про Анапу практически ничего не говорит. Хотя она до конца своей жизни считала себя анапчанкой. И дед стоял у истоков виноградарства, и все вот эти поселения Джиметея, Юровка. Это же все родовые земли семьи Пеленко. На тематический вечер были приглашены творческая интеллигенция, историки, краеведы. Почетным гостем стал заместитель министра культуры Краснодарского края. После возложения цветов к памятному камню, заложенному к столетию святой, гости прошли в музей, где ознакомились с наиболее яркими периодами жизни матери Марии. Знаете, мне кажется, что сегодняшнее мероприятие очень правильное. То время, в котором мы сейчас с вами живем, когда столько всякого зла в мире происходит, столько какого-то напряжения, вспомнить имя этого светлого человека, имя, которое для нас, для всех является своего рода символом добра, милосердия, отзывчивости, мне кажется, это очень благое дело. Теперь взглянуть на экспозицию может каждый желающий. Здесь и ранний период жизни поэтессы, и более поздний, когда она полностью посвятила себя богослужению.